Хорошо, ребятки, с вами Лекс. Сегодня продолжаем играть в YouTubers Live, как меня просили уже 100 раз. Типа, Лекс, почему ты не переезжаешь на новую квартиру? Почему, если у тебя даже есть очень много денег, притом, и ты до сих пор не на новой квартире? К тому же, с тобой жена будет жить на новой квартире. Мне сказали в комментариях. Это я все очень часто читаю, всегда рад, что вы пишете свои комментарии. И давайте все-таки переедем. Чтобы сменить квартиру, нам нужно 0 баксов. Но смотрите, что, в чем проблема. Стоимость в месяц $320. Скорость интернета 8 мегабайт в секунду. Так, мегабит в секунду, все верно. Ага, 2 компьютера. То есть у нас будет компьютер для жены. Нужно платить за пищу. Обучения нету. Ну, в общем, все то же самое, только здесь у нас будет 2 компьютера, ребят. 2 рабочих места. Компьютера, может быть, не будет, но 2 рабочих места будет. Ладно, двигаемся. Как я и обещал. Второе рабочее место, как я и говорил, здесь по-любому можно купить компьютер. И все просто замечательно, я могу сказать так. Так, ну что ж, давайте тогда записывать ролики. Это что такое? Второй слот, типа, второго персонажа в данный момент нет. Видимо, мы будем сейчас играть за двух, я так понимаю, за двух человек. Это именно за мою жену и за себя. Так, давайте попробуем улучшить. Мне сказали, что... Как только ты переедешь в новую квартиру, ты сразу же получишь сразу возможности прокачивать свой комп. Это новые веб-камеры, новые клавиатуры, новые мышки, новые компьютеры, новые ЖК-мониторы. Все, что ты захочешь, может быть улучшено. И новый блок стоит у нас 1250 баксов. Уху, да, какие цены-то? 1250 баксов. И вот, системный блок. Я, в принципе, его покупать пока не буду, я накоплю денежек. Здесь у нас есть тонкий HDMI монитор. Нифига себе, прикольно. То есть у нас, так у нас сейчас тоже HDMI. Чем этот лучше, чем этот? Я понимаю, что он дает 12 энергии, но в любом случае он ничем не лучше, по крайней мере, не выглядит лучше. Так, ладно, у нас время, в принципе, идет. Давайте купим периферии всей. Максимально периферии. У нас сейчас куплена вот такая вот лазерная мышь, а мы купим... Hyper Fighter. Крутую мышь. Клавиатура. Где у нас клавиатуры? Так, клавиатуры. Клавиатуры. Ага. Final Premiere Pro. Извиняюсь за свой классный акцент. Final Premiere Pro, короче, мы берем. Так, супер наушники. Так, Social Network Account. Минус 100 баксов. Так, не знаю, за что я заплатил, за какой-то социальный аккаунт свой. Я не знаю, за что это. Так, супер микрофон надо брать в любом случае. Без микрофона вообще никак. Я бы и веб-камеру взял. Смотрите, у нас 460 баксов стоит крутая веб-камера. Мне не хватит денег, да, наверное? Хотя хватит, все хватит. Главное не умереть с голоду и заплатить за квартиру, чтобы деньги были. Бэнк заплачено. Так, мы идем работать. Я же могу работать, да? Конечно могу. 12 часов надо проработать. Мне для этого нужно поесть. Где мой холодильник? Я не вижу его. Вот это что ли? Да. Там у меня должны остаться бургеры. Если их они не испортились при переезде. Так, ну что ж. Давайте, едим тогда бургер. И идем спать. И сразу же наработку. У нас как раз за это время сейчас должно прийти все наше оборудование. Я даже думаю, то, что оно раньше придет, до того, как мы еще пойдем работать. Вот, раз. Так, работать. 10 часов. Разработчик игр, я уже не стажируюсь.
Наконец-таки, я разработчик игр. 100 баксов за несколько часов. За 10 часов, вроде. Да, бы это много, да, согласен. 10 часов целых. Ага, я открыть не могу, отлично. Все супер. Так, открываем. Это микрофончик пришел мой новенький. Это вебка. Все. Новое видео, конечно же, новое видео. Посмотрим, может быть, актуальные игры у меня все еще остались. Да, есть актуальная игра Cyber Wizard. И актуальная игра вот эта вот. Explosive Sailor Fantasy. Давайте его, наверное, запишем. У нас нету геймплея по нему. Так что сейчас геймплей на видео запишем одно. И потом обзорчик сделаем, как, в принципе, я и люблю делать. 4К разрешение. Господи, господи. Я вот боюсь все это делать, потому что слишком мало мощности у нас ПК. Подавление шума, поп-фильтр. Смотри, сколько возможностей у нас далось. Многонаправленная, двунаправленная. Одна направленная, да? Она, мне сказали то, что я неправильно выбираю многонаправленное, потому что оно у нас ворует звук. Ну все, продолжаем. Название. С названием опять мы не будем париться. Ребят, не знаю, почему игрушка лагает. А, это еще на PlayStation у нас. Все! Просто все эти имеют авторское право. Придется платить за это. Платить большие деньги, между прочим, ребят. Так, 9. 9. Как же это много. Ну ладно, без разницы. Блин, 9, целых 9 очков. Господи. Господи, я не знаю, у меня ничего нету. У меня не хватит очков вообще ни на что почти. И это очень плохо. Ну вот 7, и мне нужно сейчас как минимум, чтобы этот стоил 1, и следующий тоже стоил 1. И потом еще один, и еще один, и еще один. В общем, это будет плохой летсплей. Я думаю, можно его удалять, я не знаю, как вы на это смотрите. Я, в принципе, да, глупо сделал, то, что начал записывать летсплей. Летсплей этот чертов. Да, это глупо, очень-очень глупо было с моей стороны сейчас начинать его. Давайте закончим и удалим это видео. Благо, что есть такая возможность. Как бы актуальность этой игры есть. Так. Hello, my name is Isabel. Я из денежного банка. Я не знаю, что она хотела от меня, но в любом случае я нажал Explode. Так, я не знаю, что это такое. Я так понимаю, здесь должна быть на место этой иконки моя жена. Но почему-то жены я до сих пор не увидел. Может быть, она на меня обиделась и больше не хочет со мной видеться никогда? Или надо ее просто позвать и сказать то, что вот, женушка, живи вместе со мной. Так, давайте теперь попробуем записать видео по этой же игре. Вот она. Также геймплейное видео, то я удалил, то есть не считалось то, что я записывал. Видите, как было 0, так и осталось 0. Здесь все суперски, просто мега. Продолжаем, нажимаем далее. В принципе, ребят, без вашей помощи я бы, наверное, не справился. Спасибо, что помогаете мне. Пишите в комментариях все. В принципе, у меня мой чувачок готов к тому, чтобы записывать летсплей. Почему? Потому что у него 40 целых энергии. Господи, 11! Нифига себе, как же это много. Как же они много требуют за это все. 12! Что? У меня останется 13, вы понимаете? А мне еще 3 целых делать. Раз, два и концовка. О, господи. Ладно, сделаем так. В любом случае, мне не хватает, как бы я ни пытался. Целых 4 даже делать. Ну ладно, сделаем так. Может быть, сейчас монтируем, получится что-нибудь, что-то среднее между этим всем. Так, делаем так. Так. Блин, вот видите, как плохо получается. Да, в любом случае мы один упускаем. Так, ладно, смотрим, что у нас здесь есть. Говорят, затемнение экрана обязательно нужно ставить. Поэтому мы сразу его убираем. Чего у нас не хватает? У нас здесь не хватает больше всего музыки. Фокуса. А, музыка-то есть.
Можно даже за 12 взять. Плавное движение. Блин, это тяжелый выбор, ребят, тяжелый. Блин, давайте возьмем эту 12 музыку и не будем париться по этим чем поводу. Все, рендер нажимаем. Посмотрим, что из этого получится. Сейчас опять критики начнут меня принижать, говорить то, что я слишком плох для того, чтобы делать ролики. Так, идем работать. Менеджер по продажам, ничего себе, 80 баксов целых. Сейчас он как раз таки устанет, можно будет сразу лечь поспать, поесть и потом сразу записать еще один ролик. Посмотрим, сколько мы с этих роликов плюс с работы у нас будет денег. 4 лайка, сейчас по-любому будет за плохой монтаж. Один дизлайк. Кто же еще мог написать, да? Действительно. Именно так и написали, что... Кто делал это видео? Ты слишком плох, парень. Ну, извините. Я не виноват, что мне плохие карточки попадаются за 12 там этих очков. У меня столько просто не бывает у меня. Так, там, в принципе, вроде бы выходят новые игрушки для ПК. Давайте прирекламим, кстати. Что я не рекламил до этого. 150 баксов, какая-то новая штука есть. Ну, как бы она была, я почему-то не могу ее взять. Вы мне в комментариях, ребята, напишите, почему. Почему я не могу ее взять. Так. Это моя жена, да, ведь? Блин, на пати. Ну ладно, давай, пойдем. Говорила. Мне сказали, типа, да смени ты свой, наконец-таки, прикид. Я думаю, да, действительно, мне нужно сменить прикид, потому что я... Смотрите, что у меня есть. У меня есть костюм Росомахи. Господи ты, боже мой, да? Вроде бы ботинки... А, нет, у меня нету штанов Росомахи, но у меня есть зато штаны из карате-стиля. Я не знаю, стоит ли вообще это делать, одевать это все. В принципе, у меня даже есть ботинки зеленого фонаря. Господи, просто, да, что ты делаешь? Но это все не сочетается, видите? Мне пишут. Как мне пишут, то что это... И вот так вот. Господи, что ты за уродец такой? Да я шучу, конечно же, я так надевать его не буду. Надену его в костюмчик. Нет, спасибо, не хочу. Я хочу оставить эти штаны, они прикольно смотрятся с этим костюмом, красный и синий. Но они, видите, рваные какие-то. Если бы они не были рваные, а какие-то по-другому было бы немножко выглядело, было бы вообще прекрасно. И, разумеется, я хочу взять вот такие... Нет, не сочетается. Не знаю. Нет, больше как клоун похож. Давайте вот такие, наверное, выберем, либо такие. Да, давайте такие выберем, у него, в принципе, хорошо подходит цвет волос. Потому что цвет волос его выделяется, как минимум. Так, все, go to event. Идем на вечеринку. А то переодеваемся сейчас, на протяжении этого времени можно было просто умереть, пока он переодевался. Прям как девушки. Так же, абсолютно. Чем я здесь занимаюсь, господи? Так, вот она, моя возлюбленная. Сейчас обниму ее, подарю подарок ей. Она, видите, на меня, наверное, уже обижается за то, что я с ней не разговариваю. Дам ей подарочек. Он все время один и тот же подарок дарит, кстати. Так, что же мы сделаем? Пофлиртуем с ней, поцелуем. Предложить встречаться, что? Что? Это ж моя жена! Она, видимо... Видимо, наша любовь прошла, ребят. Я с ней женился. Точнее, у нас была свадьба. А она такая, типа, блин, я тебя разлюбила, но разводиться с тобой не буду. Я буду тусить и звать тебя на праздники. Просто что с ней не так, господи? Все, танцую вместе с ней. Гангам стайл. Сразу возьмем несколько... Этих поставим. Несколько действий подряд, пускай танцуют, натанцовывают. Потом он и флиртовать с ней будет, и... Целоваться с ней будет. Но почему-то, я до сих пор не понимаю, почему Натали не является моей женой в данный момент. Она, по сути, моя жена, как-никак. Ну, да вот позвать, посмотрим по инфо. Инфо. Рабочий контракт, зарплата. Нифига себе, у нее даже зарплата есть. Вот Натали дает. Ранг у нее 30-й. До сих пор
Видите, ничего не написано, что она моя жена, хотя до этого она действительно ей являлась. Потом поцелуем ее. Она, скорее всего, целоваться не захочет, а точнее, это не особо понравится. Странно даже как-то. Потому что я раньше, типа, постоянно это делал. Многие писали, типа, вот, зачем ты женился за кадром? Ну, лучше бы ты это снял, самое интересное оставил за кадром. Что ты за человек такой, спросили меня. Я-то сказал, что вот так вот иногда случается. Все самое интересное в жизни остается за кадром. Это ж как-то печально прозвучало, ребят. Не знаю, вам вроде бы нравятся ролики по YouTube, в принципе, они многим нравятся, и мне прикалывают в нее играть. Меня спросили насчет серебряной, золотой и прочих кнопок, я не знаю, ребят, будут ли они здесь, но я надеюсь, что будут, потому что это за ютубер без кнопки, да? Что это за ютубер без кнопки? В принципе, у меня уже должна быть серебряная кнопка, потому что за 100 тысяч подписчиков дают серебряную кнопку, за 1 000 000 подписчиков дают золотую кнопку, за 10 миллионов подписчиков дают алмазную кнопку. Все, просто танцуем. И благодаря этому мы с ней сможем еще раз пожениться. Господи, второй раз на одной и той же девушке. Как это романтично. Шучу, конечно, это пипец как странно. Я просто... В моей голове не вмещается то, что происходит в этой игре. Я-то думал, она будет со мной жить... Зачем ты ко мне ходила играть в мою консоль? По-моему, это уже что-то говорило между нами. Какая-то искорка новая промелькнуть должна была, когда ты играла в мою консоль. Не, шучу, конечно. Но просто до этого, когда я еще не женился на ней, никакой консоли даже и речи не было. То есть она приходила, сидела в моем компе, что-то там печатала и уходила. Все, что она максимум делала. Притом у меня она одна, это все друзья делали. А сейчас она типа забила на все болт. И типа все. Я даже с тобой жить не буду. Буду приглашать тебя на вечеринки и танцевать с тобой по Гангам Стайл. Под...
изменим 7. Это будет 11, к сожалению. Так, ну ладно, тогда мы сделаем так. Мягкий фокус, это 5, это будет 9. 9 очков у нас будет всего лишь. 9, а здесь стоит сколько? 10. Черт возьми! 5, опять не хватает. Здесь 4, 4, 8. Здесь тоже нифига не хватает. Черт возьми. Ну ладно, делаем ролик. Актуальность, в принципе, у этой игры есть. И вроде бы у меня прокачан перк на то, что если я делаю симуляторы, то все потрясающе у меня должно идти. Давайте посмотрим, что за просьба друга. Для какой The Box? Ты издеваешься надо мной? Какой The Box? У меня PlayStation 3. Давайте пригласим к себе в гости, знаете кого? Не, давайте ляжем поспать, поедим и пригласим к себе в гости мою прошлую и будущую жену. Потому что я с ней действительно хочу строить отношения. Почему? Потому что это та самая деваха, с которой я больше всего общаюсь. Вот, в принципе, один дизлайк опять. Господи, и опять тот же самый. Я не знаю, что сделать для того, чтобы у меня был хороший монтаж. Я уже говорил то, что это просто нереально для меня. Так, давайте пригласим все-таки мою будущую жену, которая меня влюблена. Что? Что? Какие вечеринки? Ты чего? Мы только что с тобой с вечеринки. Приглашаем Натали. Смотрите, она написала, что она будет ждать меня там, то есть будет ждать меня здесь. Она сейчас выйдет, видимо, и зайдет. Или просто уйдет, я не знаю. Давайте еще раз нажмем, в любом случае. Да, надо было еще раз нажимать, конечно. Странная все эта фигня. Давайте обнимем ее. Потом, скорее всего, поцелуем. И... Не, давайте обнять, флиртовать. Не, а подарок? Как же подарок, да, без подарка-то? Обнять, обладать подарок, флиртовать и потом поцеловать. Интересно, как она к этому отнесется, к поцелую. Сейчас мы опять выйдем замуж, ребята, так что вы ничего не отпу... Выйдем замуж? Что? Она выйдет опять замуж за меня. Теперь вы точно будете уверены в том, что вы ничего не пропустили. Так, флиртовать надо с ней. Это больше всего вроде бы поднимает наши отношения. Посмотрим, как все это выйдет. Посмотрим. Я не знаю, честное слово, я не знаю. Так, можно, в принципе, снять обзор на игру, которую я снимал. Это про дракона. Я не знаю, что там за игра. Но там был нарисован, опять же, дракон, который я снимал первый самый. Ну что, что, давай. Здесь рано или поздно, ребята, если вы не знаете, появится отдельная такая кнопочка, типа взять в жены или жениться, я не помню. Сыграть свадьбу, я не помню, честно, честное слово. Так, давайте прорекламим. Поздно, правда, я начал рекламить, но в любом случае. Прикольно. Так, еще раз поцелуем ее в любом случае. Говорить, видите, очень мало нам прибавляет, а вот... Флиртовать, я думаю, больше всего будет прибавлять. Не знаю. Я не знаю. Здесь была бы такая функция, типа... спросить, не хочет ли она остаться на ночь. Потому что она в любом случае сейчас устанет и пойдет домой спать. Зачем тебе спать дома, если ты можешь поспать у меня дома? Мои двери для тебя всегда открыты, господи. А почему-то значок того, что типа она недовольна, не знаю, плачет как будто. Это, наверное, значит то, что наши персонажи не умеют целоваться. В любом случае, давайте еще раз нажмем. Ты теряешь подписчиков, да господи боже мой, сколько можно? Я этих видео уже наклепал, вон у меня целое еще видео даже в данный момент есть. Или вы мне будете заставлять делать эти видео просто килограммами? Давай быстрее, я тебя уже просто заговорил, Мне дали баблосы за то, что я... О, у меня, кстати, 16 левел. И сейчас у меня как раз таки будет плюс 1 очко, я так понимаю. Я не знаю, может быть, на каких-то мероприятиях плюс 2 очка даже, да? Да, плюс 2 очка мне дали.
Может быть, на каких-то мероприятиях мы сможем быстрее с ней наладить свои отношения, к примеру, на дискотеке и прочем. Я не знаю, ребят. Если вы знаете на 100%, без всяких ваших предположений, а на 100%, ребят, я смотрите. Проверю ведь. А, вот, вот. Страстно поцеловать. Эй. Это все? Предложить. Вот, предложить. Руку и сердце, я так понимаю. Вот что оно. Она такая, пошел в жопу. Ты меня бесишь. Эй, куда ты пошла? Эй, куда ты пошла? Я тебе еще не закончил с тобой. В общем, давайте флиртуем, 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 флиртуем. И как только дофлиртуемся, мы сразу с вами, наверное, попробуем предложить ей руку и сердце. И если все пойдет как надо, мы на этом и закончим, ребята, с вами. Даже видео делать не будем. Не будем заканчивать именно видосом, а будем заканчивать свадьбой. Ну, ее очень тяжело уговорить. Я даже не знаю. Я уже как бы на тебе один раз выходил за тебя. Почему ты еще раз? Почему мне еще раз приходится это делать? Так, ну давайте еще раз попробуем. Ну, стесняшка. Все, она соглашается, все отлично, ребят. Как я и говорил, все будет супер. Что? Эй. Алло. Что происходит? Ничего не понимаю. Я тебе предложил руку и сердце, когда мы будем с тобой уже играть в свадьбу, алло. Может быть, еще раз надо предложить. Давайте попробуем. А, все, у нас... Yes, I will... Что? Они уже все, они сыграли свадьбу еще раз, ребят. Там должна была быть целая церемония, как в прошлый раз. Что за... Так. Я не знаю, ребят, что это такое. Так ли оно должно быть. Но в любом случае мы сейчас с вами поедим, поспим и все остальное. И если вам понравилось, ребят, ставьте лайки. Чем больше лайков, это примерно 100-200 лайков в этом диапазоне будет у нас количество лайков, и сразу же выходит новая серия. Я обещаю. С вами был Лекс, всем доброго.